Ты все еще не замечаешь, что мир меняется, или не хочешь этого замечать? Открой глаза. В мире уже идет война. Она затронет все страны, и Россия не исключение. Именно наша с тобой страна является самым лакомым кусочком для США и их приспешников. Сегодня, после серии искусственных революций во многих государствах, наши враги медленно, но верно убирают с поля друзей и стратегических союзников России, тем самым осаждая нас. И скоро мы останемся один на один с врагами. Сейчас они пытаются убрать власть в Сирии. Как минимум лет 10-15 будет страшно литься кровь. Потом перекинется в Турцию и другие арабские страны. Пойдет в бывшие страны Советского Союза. Экономика в этих странах будет разрушена. Будут кричать, что необходимо международное вмешательство, будут войска введены. Они хотят блокировать Россию. Наемники, финансируемые из-за рубежа, и террористы Аль-Каиды расстреливают мирных граждан, чтобы затем средства массовой информации выдали их ужасные преступления как дело рук сирийской армии, которая на самом деле защищает свой народ и свою страну. О том, что против Башара Асада воюют иностранцы, открыто говорит и представитель сирийской оппозиции в Париже. Уже найдено больше 100 трупов иностранных боевиков. Теракты в Дамаске, в Алеппо, в городе Дера. Почерк борьбы один и тот же. Во всех случаях главная мишень боевиков – солдаты. Затем они переключатся на Иран. И если в этом государстве власть падет, то это будет означать, что следующая цель – Россия. Наемники, которые сегодня воюют в Сирии, уже завтра могут быть переброшены в Грузию, а оттуда – на Кавказ. Именно с Кавказа Запад начнет войну против нашей страны. Американские политики не раз называли Кавказ «Ахиллесовой пятой России», и участившиеся теракты и покушения на духовных лидеров в этом регионе не случайны. В данный момент ты сидишь, смотришь это видео и думаешь, что ничего не можешь поделать. Оглянись. Ты не один. Мы все граждане великой страны. Мы все должны объединиться, невзирая на наши политические взгляды, забыть все наши разногласия. Для начала не иди на поводу у тех, кто хочет уничтожить Россию, у тех, кто кричит о свободе и смене политического режима. Они не хотят, чтобы ты жил лучше. Они просто хотят быть у власти и сделать твою родину очередной марионеткой Запада. Если мы не защитим свою страну, ее разорвут на части. Просыпайся, Россия! Время пришло!